Располагайтесь, пожалуйста. Проходите, пожалуйста, здесь места есть. Не стойте. Мы подтвердили необходимость продолжать добиваться заключения обязывающих соглашений о неприменении силы, которые исключали бы повторение преступной авантюры Тбилиси, которая была предпринята в августе 2008 года. Мы рассматриваем состоявшееся голосование как волеизъявление грузинского народа, который явно проголосовал в пользу перемен, и мы надеемся, что эти перемены позволят грузинской власти, которая будет сформирована, двигаться по пути нормализации отношений со всеми своими соседями, включая и Южную Осетию, и Абхазию. Каких-либо переговоров о судьбе Абхазии и Южной Осетии мы с Грузией вести, как, собственно, и ни с кем другим не будем, потому что судьба этих республик была решена их народами, которые высказались за независимость, и Россия определила свою позицию, эту независимость признав, поскольку была убеждена
в конце августа 2008 года, что это единственный путь обеспечить безопасность Южной Осетии и Абхазии, а возможно даже и обеспечить выживание их народов. Я не слышал о такой информации. Если вы мне подскажете, какие СМИ об этом написали, мне было бы интересно, потому что эта информация абсолютно не соответствует действительности. Такая возможность не только не обсуждается, но и в принципе исключена. И вся деятельность ОДКБ, как и Шанхайской организации сотрудничества, нацелена на то, чтобы обеспечивать безопасность и стабильность в регионе, где эти организации существуют, в зоне их ответственности. Обеспечивать безопасность государств, которые входят в ОДКБ в данном случае.